Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре SnowRunner, с вами Егор. И давайте продолжим наше прохождение карты Имандра на Кольском полуострове РФ. Начнем выполнять сегодня контракты. Именно на этой карте. Так, здесь Кольское управо, один контракт остался. Давайте его выполним. Я уже отметки поставил там. Давайте почитаем. Если верить записям одной из прошлых экспедиций, в этих местах можно найти следы цивилизации, жившей здесь много веков назад. Да и знать, если найдешь что необычное. Наши точно будут не прочь на них взглянуть. Итак, тут три точки посетить. Лабиринт из камней, первый мегалит, и второй мегалит. Ну, в общем, я взял для этого задания Урал 4320, ребята. Там, ну, не захотел я уже идти. Хотя там скаутами, в принципе, ну, проходится, но, так сказать, я думаю, и Уралом справимся. Трехосный Урал, полный привод, егерь, то егерем я в основном проходил, двухосным, но что-то захотелось сегодня покататься на этом красавце. От автора КТРСК, хороший автомобиль, я думаю, справимся. Если где-то какие-то задания будут такие, что именно скаутом, ну, будем брать скаут. Поделать, тоже будка у него там есть, ремонтный модуль, геологоразведка, радар именно есть, в принципе. Урал неплохой, так сказать. Дороги плохие. Ну, я думаю, мы справимся, посмотрим сейчас, как что где, как оно пойдет. Дороги здесь, конечно, не очень. Что поделать. Я тут уже накатал немножко дорогу. Давай. Ну, главное, он так проходит. Главное не перевернуться, потому что нет у него автономки. Здесь еще, конечно, место такое не очень хорошее. Ну, он проходит, смотрите. Потихоньку. Все. Нужно помогать. Давай. Блин. Давай, дорогой. Газуй. Все, прошли. Отлично. Так, дальше можно газку. Главное там поворот не прозевать. Ой. Берем правее. Давай. Ой, красавец. И полетели.
Стоп. Чуть не улетел, блин. Нам же поворачивать здесь надо. Эта дорога, просто не видно ее из-за снега. Тихо. Блин. Я лучше пока от третьего лица покатаюсь. Тут не видно, где там камни, не перевернуться просто. Трэш, блин. Так, вижу уже этот самый метку эту, как он, цивилизацию. Давай, потихонечку. Ой-ой-ой, ребятки, подстраховочка. А чё, только тут что тебе? Тихо. Тихо, куда ты, блин, летишь? Так, сейчас главное не перевернуться. Блин, ну тут реально, конечно, Уралом тяжеловато. Нормас. Там мог бы перевернуться. А сюда можно машиной заезжать? Все-таки цивилизация. Так, первую точку нашли, ребята. Вторая точка. Ух. Блин, а третья где? От гаража далеко? О, в принципе, от гаража недалеко. А к той? А к той можно тоже сюда подобраться. Давайте вторую туда заберем. Сейчас выскочим сюда. Ой. Лучше съехать. Так, как к ней там поехать? Да, далековато, конечно. Блин, она на самом верху. Поднимусь я там Уралом, не поднимусь, блин. Не, сюда можно подняться. Как-то сюда надо выскочить. Ну, по берегу, значит, поплыву. Вот сюда главное выскочить. А, я как-то КамАЗом сюда ехал, блин. Сюда вот поворачивал. Так. Вова. Я понял. Куда можно поехать. КамАЗом я здесь выскочил. Правильно ж, блин, где она? Цивилизация. Хотя можно. Не, ну здесь сюда я не проеду. Блин, пока доберешься к ней. Все, поехали.
Где ж тут эта дорога, мать твою? Ты посмотри, показана, что дорога. Как она идет там, фиг поймешь. Ну вот она, типа, идет дорога. Главное не перевернуться, ну его нафиг. Тот егерь как-то более, он более легче, что ли. Урал 43-202, а этот, конечно, можно положить. Тут Уралы выручают реально. Еще КамАЗ этот лаптежник. Так, где-то тут мостик. Красавчик. Ну, тут я, в принципе, дорогу помню уже. Так, более-менее карты уже изучил. Камни эти запарили реально. Давай, 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 газуем. Стоп, стоп, стоп. Где-то здесь надо повернуть. Давайте к водичке, ближе к водичке. Ё-ё-ё. Куда я залез, а? Я не туда залез, блин.
Поворот пропустил. Давай, давай, вылазь, 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 друг. Вылазь, братан. Вот она дорога жизни, блин. Так, ладно, я там подниму. КамАЗом вроде поднялся. Думаю, я этим поднимусь. Дорога тут, конечно. Да. Ну, видите, что этим самым, что скаутом, что грузовичком можно здесь, в принципе, кататься нормально. Урал он более такой проходимый, конечно, чем скаут, чем любой скаут, так что. Либо егерь брать, ну кто может катает, либо егерь, либо 43-20, да любой, я думаю, Урал там потянет. Полетели. Давай на автомате. Неохота переключаться. Ого. Вижу уже эти камни. Так, здесь я, ребята, пониженную включу на всякий случай. Я что-то этой дороги не помню. Главное не уйти.
Прости, ё-моё. Сколько, какой путь проделали, и как-то, знаете, не хочется упасть. Пока уверенно идем. Уже почти доехали. А на третью точку, наверное, в гараж переместимся. Это и выполним. А где она там? Где там эти камни, где? Точка, ё-моё. А, вот, всё. Ух. Следующая точка. Ух. Ну, здесь от гаража недалеко. Перемещаемся в гараж, ребят. А, то тут и от дороги недалеко. Класс. Еще и налево поворачиваем, тут более-менее дорога. Ну, вот здесь, правда, трясина. Ну ничего, все, поехали, ребята, нас ждут великие дела. Пониженную. Как он тут едет, идет. Красавчик наш. Смотрите, прошел, так? Красавчик. Так что, ребята, здесь Уралы рулят. Они, по-моему, везде рулят, но... Ну почему? Крас, кстати, Крас вот. СЕ. Тоже неплохо здесь. Ну, КамАЗ вот именно. Тоже СЕ, по-моему. Тоже, в принципе, пойдет, так сказать. Ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Вот, да-да. Ты что? Зверь машина. Так, где там эти камни? А, нам еще вот это болото надо проехать. Ой, жесть. Ну мы почти его пройдем, там я уже знаю, где мы встрянем. Может попробовать левее взять там. Ой, так. Вот здесь главное вот этот участок небольшой объехать. И будет все чики-пики. По феншую, так сказать.
Так, впереди столб. Я его объеду, ребятки. Ну его нахрен. Все рама от автомобиля валяется. Еще один столб. Ну видно, здесь объезжал. Все объезжают. Значит, подвеску можно там оставить на ура. Так бьется подвеска об эти столбы, блин. Так. Это здесь вроде. Есть. Все, ребятки. Да, звучит не звучит любопытно. Я передам ребятам координаты, посмотрим, что они скажут. Давай, передавай ребятам. Привет. Так, ребятки, вот уже выполнили Кольское управо полностью. Осталась Кольская экспедиция, ребята. По местам боевой славы. Фу, блин. Знаю, Уралом мы тут заедем, не заедем, фиг его знает. Наверное, лучше, ребята, возьмем-ка этот самый какой-то. А че его я прятать? Какой-то скаут. Или можно крас, конечно. Ну, не знаю, я лучше скаут возьму. Или егеря этого взять. Давайте егеря возьмем. В принципе, он полегче. Так, давайте почитаем. Давненько мы так далеко не забирались. Итак, если верить картам, здесь во время войны развернули группу укреплений береговой артиллерии для защиты от высадки десантов. Надо разведать, в каком они состоянии. Батарея Умба, батарея Тумба, Тулома, батарея Канды, батарею Варсуга. Ё-моё, фига тут, блядь. Тумба, Юмба. Тут без разницы в каком. О, давайте, да тут без разницы. Давайте к этой первой подвинемся. Сюда сможем. Ну, мы же вроде Уралом поднимаем. А, блин. Сюда фиг поймешь. Я Уралом вроде поднимался, но давайте попробуем. Что, ребята, сегодня два контракта, это мы с головой хватит нам. Тут тумбы-юмбы. Проверить надо. Варсуга первая будет. Ну, этот просто Урал легче, как бы, ну, я в нем уверен. Не так переворачивается, а тут, ну, тем можно перевернуться в таких местах, конечно. Ну я просто на нем на таких местах поднимался, что там скаут еле пролазит, а этот, как бы, знаете, и не переворачивался. А 43-20 он все же тяжелее, перевернуться может легко.
Приносим грязь, ребятки. Давай, 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 красавчик. Тихонечко. Ой, красавчик. Ой, ребята, Урал просто супер. Так, направо, да? Что там такое, блин? Резюки, блин, накидали. Где там, где чё? Ну и дорога, ё-моё. Это вот эта вот дорога? А, да-да-да, точно. Блин, от первого лица вид какой-то чистейший прям. А третьего... Не, ну вроде так, знаете. Стоп, 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 стоп. Здесь же поднимаемся, да? А как мне здесь подняться, ё-моё? Это вот на эти скалы надо вылазить, ребята. Я так понимаю. И по скалам подниматься вверх. Понял уже, где эта дорога. Ай-я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 й, какого хрена ты так ведешь себя? Ай, блин, сейчас перевернусь, ребята. Не за что уцепиться. Давай, давай, давай. О. Фу, блин. Пронесло. Так камни же эти, блядь, везде. Невозможно кататься просто. Куда мне там подниматься надо? Везде скалы, блядь. Вон вижу, пушки стоят. Одна точка есть. Так, следующие три точки. Батарея Умба.
вот они все. Ну, в гараж самое проще нам переместиться. Не мучиться. Так. Канды. Самое ближе Канды, ребята. Едем Канды. Я как туда... А, вот, вижу, вижу. Вижу, вижу. Тут тоже трэш. Ладно, там буду разбираться. Да благо здесь не по порядку, можно выполнять как тебе удобно. Красавчик. Там в одном доме, кстати, свет горел. Значит, живут люди. Так, давай, 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 давай. Вон вижу уже на горе пушку. Северное сияние видно. Не, карта красивая, реально. Ну блин. Проходимость здесь очень сложная, реально. Иногда и матюкнуться хочется. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это бревно не зацепить. Блин, зацепил будкой. Царапаю будкой. Блин. Здесь сейчас по скалам был. Блин, темно уже, я ночью не привык ездить. Утро поставил, ребята. Да, ё-моё, как там, блин? Как-то, ё-моё, надо подниматься. Объехать как-то это, выступ этот. Ювелирочка. Ой, жесть, блин. Сюда, короче, как-то.
Вот и отлично. Еще две точки. А, или одна. Две вроде. Две. Так, а как мне теперь сюда спуститься, блин, ё-моё. А, вот здесь, кстати, есть спуск. Какие-то. Какие-то надо спускаться. А вот здесь, блин, пробуем, блин. Пробуем, блин, ну тут трэш, конечно, ё-моё. Камни. Вот как, вот нахрен дорога, смотрите. Ну вот как это понимать? Трэш, блин. Нарисована дорога, но там камни. Кто-то прокладывал, блин, непонятно как. Ё-моё! Как я сюда должен проехать? Ну, как хочешь. Давай, 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 протискивайся. Ну. Тихо. Там одни камни, ё-моё. Да. Сейчас сосенку обниму. Через сосны не проедешь, там что-то вообще жесть. Хрень, блин. Фу. Сейчас в соснах запутаюсь, блин. И конец фильма. Смотрите, как они их выстроили, эти сосны. Хрен проедешь, блин. Давай, давай, протискивайся. Блин, по-другому никак. Так, вижу уже дорогу, слава богу. Да ё-моё. Ты посмотри, ни в какую не хочет пропускать меня. Хрен стакан, блин. Запарило реально, ребята, сорян, но... Тут такая дорога, видите. Ай, блин. Да что ты там застрял? Ну, ё-моё, веточка, блин. Всё. Теперь выскакиваем на эту дорогу. Как мне туда вообще проехать? Сюда спуститься. Правильно? Вперед!
На абордаж. Тихо, тихо, тихо. Давай. Поехали потихонечку. Везде эти камни, везде, капец. Как-то так, ребята, чего объезжать, блин. Если по дороге ехать, то там, блин, часа не хватит. Тут вообще, по-моему, к этому берегу и дорог нету. Смотрите, вот заканчивается. Вот тут тоже, блин, вот такие дороги, мама не горюй. Вроде как по сюжету какое-то землетрясение было, то возможно все пришло в негодность, так сказать. Ничего. Так. Поднимаемся. А, вот. А где ж тут это? Пушка лишь. А, вон она. Они наверху. Фига тут. Укрепрайоны, блин. Так. Где это самое? Последняя нам, как нам туда обратно? А, ну, короче, обратно выезжаем, ребята. Так же самое. Кстати, можем поехать низом. Правильно? Ага. По дорожке. Тут мостик. А, тут по берегу вообще класс. Я ж думаю, тут же дорога идет какая-то. Ну, короче, все, погнали, ребята. Камушек. А тут вроде снежок. Класс. Лучше пусть такая дорожка будет. Потихонечку ехать. Жесть,
лучше по берегу поеду. Сейчас там как-то вырубят. Тихо, 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 тихо. Не падать, не падать. Блин, ну надо, блин. Цепи же вроде, ё-моё, ну что такое? Он там передним колесом встрял хорошо. Вот, блядь, зараза. Вперед прямо к столбу едет. Давай, 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 давай. Фу, блин. Ой, трэш, ребята. Просто трэш. Поехали, же дорога, ё-моё. Перевернется нахрен. Ну рядом же елка нормально не цепляет за самые слабенькие. Да, ребята, Кольский полуостров просто жесть, честно. Не, Кавдозеро еще нормально, и Мандра вот тяжелая. Кавдозеро не, спору нет, там, ну, есть трудные места проходимые, но как-то так более-менее там. Ну, а здесь просто жесть, ребята. Не, надо за столбник, во. Столб хватает. Никогда не хочет ехать. Ну. Давай, 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 давай. Фу, блин, намучился я сегодня немножко. Я вообще не люблю, не очень, не то что не люблю работать с лебедкой, а тут просто ее чересчур много. Это ямбас. Где этот мостик?
тут по берегу поедем, я так понял. Сейчас, ребята, посмотрим. Да, поедем, ребята, здесь по берегу. Ну его нафиг. Нормально. Все. Фух. Бой. Конечно, берег тоже не очень, но все же. Везде камни, 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 камни. О, блин. Класс. Фух, наконец-то. Ребята, ну вот и закончилась экспедиция. Теперь ты посмотрел все береговые укрепления этих мест. Я, честно говоря, их не очень и рассматривал, но так. Фу, больше на дорогу смотрел. Так что, ребятки, на сегодня все. Уморился я немножко. Такие задачи, конечно. Но Уралы красавцы. Один и второй. Все, ребята, спасибо всем за просмотр, лайкосик с вас, подписочка, всем мира, добра, здоровья и до встречи!